Юрий Трутнев поручил разработать меры поддержки получателям дальневосточного гектара до конца текущего года. Об этом полпред заявил в ходе совещания в Хабаровске. Говоря в целом о реализации закона, Трутнев отметил, что изначально он был рассчитан на большее количество заявок. Увеличить данные показатели помогут не только меры поддержки, но и снижение процента отказов в выдаче земельных участков. Что касается выдачи гектаров в Хабаровском крае, то Юрий Трутнев оценил эту работу на 4 балла по 5-бальной шкале. Регион отстает от Якутии, Приморья и Сахалина.